Производственное объединение «Старт», предприятия сферы общепита и пищевой промышленности представили свои вакансии на ярмарке в городском центре занятости населения. Кадровики из разных организаций собрались вместе, чтобы пообщаться с горожанами, которые ищут работу. Нам нужны подсобные рабочие, нам нужны операторы на линии, операторы, наладчики, мастера. То есть мы немножко расширяемся, поэтому у нас открыты такие вакансии. Значит, оператор-наладчик – пятидневка, суббота, воскресенье, выходной с 8 до 16. Заработная плата от 60 до 80. Мастер, у них работа сменная с 8 до 16, с 15 до 23. Также суббота, воскресенье, выходное. Ярмарки вакансий в Зареченском центре занятости проходят регулярно, с периодичностью раз в 2-3 недели. Всех, кто стоит на учете как безработный, специалисты службы занятости предупреждают о предстоящем событии заблаговременно. Кроме этого, людей стараются информировать и привлекать и с помощью СМИ. Такие ярмарки – один из самых удобных форматов встреч с представителями кадровой службы. Это самый короткий путь от соискателя работы к работодателю. Здесь можно в совершенно спокойной обстановке, не бегая на большие расстояния по городу, поговорить с кадровиком. Такой формат поиска работников подходит и предприятиям. Они охотно соглашаются сотрудничать с Центром занятости населения. Мы регулярно на ярмарке вакансий, но не всегда, конечно, именно на ярмарке набираем, но из центра занятости тоже приходят люди. Те, кто так и не смог найти вакансию по душе, могут получить новую профессию. Городской центр занятости населения организует курсы переподготовки по различным программам. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».